Всем привет, дорогие друзья! Это третья часть про счетчики C8B. В ней я хочу вам показать, чем отличаются они по конструкции в разные года выпуска. Смотрите, есть у меня два счетчика. Один вот C8B, который произвели в 2018 году, 10 месяц, 24 число, 2018 год. Вот характеристики его с завода. Смотрите, вот его чертеж. Размеры очень точные. Вот. И характеристики, гарантированные заводом. Кстати, очень классный счетчик. 8 лет гарантию завод дает. Вот, что он пролежит, ничего ему не будет. И есть вот такой. Его старший брат. Это 90-го года выпуска, 6-го месяца. Его выпустили. Вот заводской номер белой краской. Тоже прошел ОТК, обязательный технический контроль. Покажу вам между ними разницу. Этот не буду доставать, вот есть у нас. Смотрите, с этой по размеру они одинаковые. По размеру одинаковые, цветом похожи. Ну, кстати, немножко отличаются, немножко. Здесь вот видите, более толстая вот это, а здесь более тонкая. Но это не существенно. Так они идентичные по размеру. Вот, смотрите. Прикладываю идентичные. Конструкция одинаковая. Здесь тоже анод и катод друг напротив друга. Одинаково все. Надпись только другая. Вот, даже вот крепление, вот этот язычок для правильного установки тоже одинакового размера и формы. Разница, ну есть разница внутри. Сейчас я вам ее покажу. В конструкции внутри. Здесь уже большая разница. В новом счетчике, видите, анод. Это такие кольца. Сколько их штук? Этих колец. Раз, два, три, четыре, пять. Пять колец по кругу, которые соединены тремя вот прутками, проволоками. И это все залито каким-то стеклом. Вот, или эпоксидка, они крепятся. И припаяны вот, ну, заходят вот туда и тоже диэлектриком замазаны, чтобы с корпусом задним не закорачивался анод. А здесь в старой модели анод состоит тоже из колец. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь шесть колец. А здесь 5. Расстояние между кольцами, кстати, одинаковое. Примерно 4 миллиметра между ними. И здесь тоже. Между этими кольцами. Но они соединены не тремя вот проволоками, а одной. Она тоже залята каким-то стеклом или эпоксидкой. Но здесь по бокам еще вот есть две полоски вертикальных, как видите. Это они сделаны из слюды, такой же, как вся плоскость, но очень толстой, в 1,5 миллиметра, много слоев слюды, друг к другу спрессованы или склеены. И из них вырезали вот такие вот там палочки. И вдоль они стоят, вот эти столбики, такие как формы, как палочки. Сахар смешивать в кофе. И посередине там прорезана эта слюда. И через середину проходят все эти кольца анода. Вот как видите. Таким образом эти все кольца анода висят в воздухе и не дотрагиваются к катоду, дну счетчика. Вот так. Такая конструкция. И, кстати, что еще интересно, а уже поверх этого
поверх этой слюды сверху уже приклеили саму слюду плоскую и круглую. Вот, поверху приклеили. Или просто положили, она под вакуумом втиснулась внутрь и прижала вот это ребро этой слюды. А здесь такого нет. Здесь вся слюда натянута и висит в воздухе, как видите. Ну, посередине ее поддерживает вот там вот эта какая-то чаша такая, цвета как из алюминия. Видите, она поддерживает в центре слюду. Да, выпирает, вот видно. Уперлась в нее по центру, видите, в этот круг. И вот втянулась от пониженного давления внутрь. А здесь пошли другим принципом. Здесь просто натянули два вот таких вот забора, скажем, и сверху на нее положили всю слюду. Вот. Здесь, конечно, натяжение больше, потому что, ну, видите, расстояние от центра сюда, это все в воздухе висит. А здесь только между этими двумя заборами натяжение. То есть размер меньше. Но конструкция вот эта более древняя, дубовая. Здесь видно современно продумано все. Хотя не сильная разница в эффективности будет. Я думаю, почти одинаковая, потому что расстояние между анодом, между кольцами анода одинаковые. Ну вот здесь у нас 5 колец, а здесь 6 колец. Ну, возможно, невозможно, а точно вот этой старой модели эффективность будет немножко больше, потому что на одно кольцо анода больше, и здесь площадь слюды, рабочей поверхности слюды больше. Уже здесь по центру есть вот эта мисочка алюминиевая, которая, ну, под ней есть анод или нет, сейчас я гляну. Не, под ней ничего нет, пустота. А, не, не пустота, а там это цилиндр. Цилиндр прям до дна. То есть это слепая зона по самому центру. Слепая полностью зона. Там не регистрируется радиоактивное излучение. А здесь оно регистрируется по центру. Там кольцо маленькое есть, все проходит пусто. Все отлично. То есть этот старый счетчик больше частиц, по идее, вловит, чем вот этот. Но этот более надежный. На него гарантия 8 лет от завода. На этой, конечно, уже давно закончилась гарантия. Счетчику 30 лет. И толщина слюды неизвестно какая. Вот в этом старом, ну, я думаю, у них одинаковая толщина слюды, хотя в новом может быть еще тоньше. Вот. Ну, по площади, по эффективной рабочей плоскости поверхности, то выигрывает старая модель счетчика. Напоминаю, она 90-го года выпуска, этот счетчик. Давайте проверим, сколько же импульсов он покажет за 36 секунд. Вот, запускаем, смотрим, сколько зафиксирует. И также зафиксируем от этого, сколько будет на том самом месте от плитки. Эта кафельная плитка у меня фонит так нехило, потому что керамика. Сейчас проверим, где больше частиц влетит. Так, ну здесь, наверное, больше будет в старом, потому что эффективная площадь больше. Я показал это. Так, 141 частица влетела. Теперь ставим на это самое место этот счетчик и запускаем счет. Так, поставлю вам на паузу, чтобы вы видели. 152 импульса влетает в новый счетчик за 36 секунд, а в старый счетчик влетает больше, чем 200. То есть, так как я и говорил, все-таки больше импульсов старый счетчик имеет из-за большей рабочей плоскости слюды. Там нет слепых зон здесь практически, только